славословие Господу из стран, с которых мы приехали. Готовы? Готовы, да? Ну, я так примерно по количеству вижу. Сейчас мы будем, кто громче прославит Господа. Аплодисментами, да? Давайте, ну так, по количеству я уже вижу, с какой страны мы начнем. Итак, Украина! Хорошо. Беларусь. Вот у кого руки хорошо работают. Россия. Казахстан. Грузия. Подождите, сейчас я вспомню. Турция. Латвия. Поддержите Латвию. Молдавия. Эстония. Я помню, спокойно. Израиль. Вот Израиль все поддерживают. Израиль все поддерживают. А теперь, внимание, я никого не пропустила. Болгария. Болгария. Нина, как тебя поддерживают. А теперь, внимание, церковь на скале Варна. Вот такими аплодисментами мы прославляем Господа. Аминь. Аминь. Будем продолжать славить Господа. Аминь. Аллилуйя! Буду славить Тебя, буду славить Тебя. Своими руками буду славить Тебя, буду славить Тебя. Устами своими, своими устами буду славить Тебя, буду славить Тебя. Всем сердцем моим буду славить Тебя. Всей жизнью моей буду славить Тебя, своими руками буду славить Тебя, своими устами буду славить Тебя, всем сердцем моим буду славить Тебя. Всей своей крепостью, Господь, всем своим разумом. Боже, я хочу своей жизнью прославлять Тебя, нести Твой свет. Аллилуйя, Господь, действуй, пожалуйста, через нас, действуй через меня. Используй нас как свой инструмент, Боже. Тот, который Ты используешь каждый день, чтобы совершить какую-то операцию или какое-то дело, Боже.
используй нас, Боже, для своей славы. Аллилуйя, Господь. Боже, мы благодарим Тебя за Твою благодать, которая сегодня изливается на нас. Незаслуженно, не по нашим делам, не за наши заслуги, но потому что Ты нас возлюбил. Господь, мы поклоняемся Тебе сейчас и прославляем Тебя. Прославляем Тебя всем сердцем, всей душой, Господь. Боже, благодать, которая спасла меня, милость, которая избавила меня от суда,